Детские сады округа с 1 по 3 ноября будут работать в режиме дежурных групп. Такое решение принято в связи с объявленными президентом нерабочими днями. Дошкольные учреждения примут малышей, чьи родители трудятся в эти дни. В колледжах автономного округа на период нерабочих дней также будет приостановлена учебная деятельность. В нерабочие дни, объявленные президентом Российской Федерации, во всех муниципальных образованиях будут работать детские сады, на базе которых будут открыты дежурные группы. Смогут посетить детский сад с 1 по 3 ноября, чьи родители будут работать именно в эти дни. Для учреждений среднего профессионального образования дни объявлены как нерабочие, приступят к обучению наши студенты 8 ноября 2021 года.